Продолжаем наш концерт. И конечно, осложнение наше временное в том, что два концерта соединились в один единый, наше открытие сезона. И это все красиво и логично. Одно другому совершенно внутренне не противоречит. Просто вот со временем у нас сложности. Вот в чем беда. Но пока мы, значит, движемся по намеченному плану. То есть сегодня объявлен премьера фильма, и мы намерены ему показывать фильм, который связан с артерией очень серьезно, потому что уже последние 3 года мы принимаем участие в фестивале «Пустые холмы», и фильм подытоживает 9 лет существования этого фестиваля. Андрей, а где Андрей? Можно как-то вот фильм, чтобы уже запускать? Вот. И дальше у нас программа очень большая еще. Ну вот Валя Лебедев как-то вот в сомнениях, что он дождется до конца фильма. И это будет, конечно, очень-очень-очень будет жалко, потому что все пришли для его выступления. Может быть, не удастся поговорить, я не знаю. Но еще в программе у нас... Те, кто часто выступает в клубе «Артерия» и поздравляют с открытием сезона, это должны прийти Лохоча, Ян Бедерман здесь, Никита Егоров здесь, Эльза Джаз должны вот тоже подъехать, Таня Изотова, Аэроглиф и Небослов. Вот такая у нас еще программа. Да. Маленькая. Вот. Но тем не менее, авторы фильма тоже приехали специально. И сейчас, поэтому мы начнем его показывать. Маленькая программа. Мальчика, позовите, пожалуйста, замечательное семейство с грудным младенцем, причем с новорожденным сыночком Алеша и Катя, Alt Vision, который, да, пожалуйста, которые сняли этот фильм. Это на самом деле подвиг, потому что суммировать в одном фильме 9 лет работы такого фестиваля огромного, как «Пустые холмы», это настоящий творческий подвиг. Вот. Я думаю, что вот фильм надо запускать, а свет кто поможет погасить. Саша ушел куда-то. Да.